Священникам надо активнее работать с людьми, находящимися в местах лишения свободы, заявил патриарх Кирилл на церемонии закладки камня в основании храма на территории Матросской Тишины. По словам главы РПЦ, задача священников – направить оступившихся людей на духовный путь исправления. Храмы в таких местах, как это, всегда строились, созидались именно с целью помочь людям исправиться, набраться духовных сил, преодолеть самую большую проблему – внутреннее состояние ума, сердца, которое приводит человеку к совершению преступлений. Храм в Матросской Тишине построят на частные пожертвования.